Военные из Мордовии вернулись в отпуск из зоны проведения специальной военной операции. По традиции их встретили хлебом с солью на границе региона, а потом на площадке Рузаевского ДК. Здесь их ждали семьи, родные, близкие. Не обошлось без слез радости и крепких объятий. От имени Артема Сдунова прибывших военнослужащих приветствовал Дмитрий Борисов, военкомы и представители районной администрации. Впереди 2 недели отпуска, которые можно провести с семьей. Кроме того, мобилизованные намерены принять участие в проекте «Разговоры о важном», где военные обсуждают со школьниками самые сложные темы.